Шалом алейхем, друзья! В этом году 9 ава совпадает с шаббат. И исходя из этого, у нас получаются очень странные вещи. Грустный день, траурный день, 9 ава, переворачивается на радостный, хороший день. Ведь в шаббат же нет никакой закон траур. Нельзя, чтобы не будет никакой траур в шаббат. И поэтому в шаббат мы празднуем его как обычно. С хороших шабатных трапез мы будем есть мясо, рыба, вино, лехаим и все, что надо. Даже в разделочной трапезе разрешается нам есть мясные продукты, есть мясо и пить вино. Спрашивается простой вопрос. Как такого можно допустить? Совместить между самый грустный день в году, между самый траурный день в году, Шаббат, который является самый радостный и святой день в каждой неделе. День, который мы обязаны в нем не только радоваться, но и получать удовольствие, отдыхать. Как получается такое совпадение? Можно было сказать, ну, это же календарь, как можно спорить с календарем? В календарь так получилось, что 9 ава совпал на Шаббат. Но, друзья, это не совсем так. Еврейский календарь, наши мудрецы его запланировали. Они запланировали каждый деталь в нашем еврейском календаре. И я вам дам две примеры. Например, есть очень известный правил в Талмуд, что мудрецы 1600 лет тому назад, когда они запланировали календарь, они перед собой поставили вот такой цель. Это называется в жаргон Талмуд «Ло аду рош». Аду – это буква Алеф, Далед и Вав. Алеф – это первый, Далед – это четвертый, Вав – это шестой. Что это значит? Что первый день Рош Ашана никогда не будет. Не в первый день недели Йом Ришон, воскресенье. Никогда не будет и в четвертый день недели по еврейским календарю в среду, Йом Равии. И никогда первый день Рош ха-Шана не будет в пятнице, шестой день недели, Йом Шиши. Почему? По две причины. Если Рош ха-Шана будет в воскресенье, получится, что седьмой день Суккот Хошана Раба будет и в Шаббат. И с этого мудрецы хотели избежать. Если это будет и в Шаббат, у нас не будет возможности исполнять святая обича, связанная с Ива. И мудрецы тоже хотели, чтобы первый день Рош ха-Шана не будет не в среду, и не в пятнице, чтобы не получилось так, что Йом Кипур будет или в пятница, или в воскресенье, и тогда будет две дни Йом Кипур, и Шаббат, Шаббат, Йом Кипур. Вместе это слишком трудно для еврейского народа полностью отказаться от любые другие будные действия в две святые дни. Поэтому они запланировали календарь так, что первый день Рош ха-Шана никогда не совпадает и в эти три дня недели. То есть видно, что мудрецы явно запланировали календарь. Также еще один пример. Пост 10 Тевет. 10 Тевет это первый пост из четырех постей, которые установили мудрецы в честь траур и памят о процесс, который довел до разрушения первый храм и затем второй храм и изгнания. И это считается строгий пост 10 Тевет. Его тоже запланировали, чтобы он никогда не совпал с Шаббат. Написано, что если бы 10 Тевета совпал бы с Шаббат, мы должны были поститься в Шаббат день 10 Тевет. Настолько он строгий. Например, в наши дни, когда 10 Тевет может иногда совпадать с пятницей, канун Шаббат, несмотря что вообще в канун пятницы Шаббат нельзя поститься. Другой пост, если совпал на пятнице, мы должны его откладывать на четверг. 10 Тевет, мы в этот же день, в пятнице, мы соблюдаем полный пост. То есть видно о том, что мудрецы могли запланировать этот календарь и делать, запланировать его так, чтобы в нем будет все важные интересы для традиции еврейского народа. Спрашивается тогда наш вопрос, возвращаемся к нашему вопросу. Почему же тогда мудрецы не запланировали, чтобы 9 ава никогда не будет в Шаббат? И тогда бы не был этот абсурд, что в день траур 9 ава мы наслаждаемся
и празднуем, и радуемся, как в обычном шаббате. Еще больше я вам скажу, в этот шаббат надо еще больше радоваться, еще больше наслаждаться, чтобы доказать о том, что у нас нет, не дай Бог, никакой знак траура в шаббат. Я хочу добавить еще один элемент на этот вопрос, и тогда этот вопрос будет еще сильнее. В момент, когда мудрецы допустили 9 ава в шаббат, и пост и траур откладывается на день позже, на воскресенье, они в каком-то этапе ослабляют траур и правила траура, которые должны быть в этот день 9 ава. Например, такой закон. Ребенок, который его восьмой день от рождения будет и в день 9 ава. Конечно же, надо делать брит мила, обрезание в 9 ав, нельзя откладывать от 8 на 9 день. Но что будем делать с трапезой? Трапеза делает трапезу во время бритмила, это же тоже очень большая мицва. Это важная очень мицва. Если нас приглашают на такую трапезу, нельзя отказаться, настолько это важная трапеза. Значит, если это 9 ав, который совпал в будний день, мы отмечаем этот пост, этот траурный день в тот же день, тогда брит надо делать. Но трапеза, даже отец ребенка, и Сандак, и Моэл, они могут делать трапезу только на исход поста. Но если, например, как в этом году, если в этот воскресенье, и наверняка будет и в эти воскресенья тоже, многие мальчики, которые для них это будет восьмой день от рождения, и им будут делать брит мила, тогда послушайте внимательно. Во время полдня отец и Моэл и Сандак должны молиться минха, после которого они могут мица, делать нетилат ядаем и садиться на стол праздничную трапезу саудат мицва и в честь брит мила. Этот возможности позволяет им факт, что на самом деле это уже 10 ав. Поэтому, когда есть такой случай, как брит мила, можно для этих трех людей, отец, Сандак и Моэл, и можно отмечать трапезу в этот же день. Но получается, что то, что когда мудрецы допустили 9 ав в шаббат, и он откладывается на воскресенье, получается, они сами участвуют в процессе какое-то ослабление в трауру, которое должен быть в 9 ав. И это вроде бы неправильно. Законы траура в 9 ав они очень важны. Вплоть до того, что мудрецы наши говорят, что только тот, который соблюдает все трауры 9 ава, он и заслуживает увидеть прихода Машеха и восстановление, и избавление из этого изгнания и строительство третьего храма. Получается, что это очень важная вещь, законы траура, а тут получается, что в итоге такой календарь в каком-то момент они ослабляются. 31 год тому назад это был такой же календарь, это был год 1991 год, еврейский календарь 5751 год. Тогда тоже 9 ав был в шаббат, и пост откладывался на исход шаббат. Я помню, как сегодня, Лубавичский ребе провел фабренген в этот шаббат, и радовался, и танцевал, поскольку в шаббат нельзя, что будет никакой знак траура. И он обратил наше внимание на этот вопрос. И ребе ответил так, 9 ава это день траур, но не только. И в 9 ава есть еще один очень важное качество. Среди закона, который есть в Шулхан Арух, от 9 ава написано так. Касаешься чтения молитва Таханун, молитва Ураскайния, которую мы читаем во время молитва Шахарит, во время молитва Минха пост и молитва Амида. Молитва Ураскайния мы читаем только в будние дни. Когда мы не читаем этой молитвы, и в праздничные дни, и в Рош Ходеш, Новый месяц, в Хол ха-Моэд Песах, Хол ха-Моэд Суккот, в месяц Нисан, и в месяц Тишрей, и в другие праздничные, Ханука, в другие праздничные дни. Вы знаете, в какой еще день мы не произносим молитву о раскаянии Таханун? Да, вы уже угадали, и в день 9 ава. И не только и в день 9 ава, но и на канун. Накануне во время молитвы Минха написано в Шулхан Арух, что мы не произносим эту молитву. Спрашивается, почему? Это же самый грустный день, самый подходящий день для произношения этой молитвы Таханун. Почему тогда мы не произносим? Написано в книге Шулхан Арух, что этот день называется, вы знаете как? Моэд. Моэд это значит Йом Тов. Йом Тов это праздник.
כי קרא עליי מועד. ותקיא סלבה נזבל פרארוק את הדין. קרא עליי מועד. סבישני נזבל את הדין מועד. ספרה שבימיסית שעשה הדין ופרוס. שתו זה מועד, שתו זה יום טוב, שתו זה פרזניקי ואת הדין. רב את הגדס קזל, שתו נפיסן אתום, שתו ואת הדין רדיל סספסטי לעברי סקווה נרודה. בו ביום נולד מושיען של ישראל. ואת הדין רדיל סספסטי לעברי סקווה נרודה. פלו תשעי צה שתו את הדין רשדניה משיח. דין רשדניה הוא קש דבת של הווקה, את העשו בי דין כתור, הוא קש דבת של הווקה. סויום דין רשדניה נפיסן מזלו גובר, אני מי תעשו בי סיל. נצ'ת יסלי את הדין, את הדין רשדניה משיח, דביעת הוואבה, פלוצ'ייצה שטובת הדין, איבו מזל, איבו אוני מייט אסו ביסילה, אסו ביסילה שטוב ברליזבת ציביה, שטוב בפריטי, אי איזבבית עברי סקווה נרודה, אות איזגנניה, אי פסטרוית בית המקדש, פסטרוית רטי חרם. תגדה פלוצ'ייצה תקו אינטרס נביש, ובית שני גוד, כגדה דביעת הוואבה ספפה לבבוד נדנין, סמי גלב נמי מומן, תגדב תקו גוד, את הטראורני אלמנט קטוריסטי ודיביית הבאה, סבלודניה זקונת טראורה. נותקדה יסט ונוספיצלנם דפוסטילי מודריצי, תוז'ה וזמוז'נסטי שתו דיביית הבאה ובוליטיב שבת. שתו במים מגליף תקוי קלנדר פרזנבט ומסטיס משיחם, איבו דין רשדניה, איב את הדין הברתית ונימניה, נעשו בעיקצ'סט וקטוריסטי ואת הדין איסטות שזרניה, עשו בידיין דלה איזבבלניה או תזגנניה, עשו בידיין דלה פריחוד המשיחה. פיית עמוד אפוסטילי מודרצי, דיביית הוואבה, איב שבת, איב בודני, שתו במי מגלי את נסיצה כתב הדין, כתב הדניה, דיביית הוואבה, ספסייך, ספסייך סטורנה כתור וניום יסט, אי רדסני, אי גרוסני, מדרשני כאן ישנאי, את הדלת, אי את הדלת. ואתם גדו נס פלוצ'ייצה, שבת, כק שבת, יסלי נדאי בוג משיח נפרידיות, תקדנה ישחות שבת, מבודים סבלודאי פסי זקון נטראור הכתור ופסי זנאייתי, פסי פלוצ'לי פוטי ודיטיל כתור מפרי גטובלי. אי אתת דאי בוג שתו במבודים, חדשו שמבודים זה סלוז'בן, שתו במשיח פרישול אישו, דו אתה וישחות השבת. אי אונס הסטניצה דיביית הבאה, תולקה פקאצ'סט ופרזניקה. יסלי נדאי בוג ניאת ג'לאמן המפסים לוח כאי פוסט, שבת שלום, יתולקה חרושך איזווסטי.